Сегодня по-прежнему 1 августа, и следующий удачный сорт у меня в теплице – это сорт «Капитан Лайки». Пока также зрелых плодов я не пробовал. Ну вот, видите, вот первые кисти. Также там еще на заднем плане он формирует, и еще сбоку. Ну и выше тут пока еще не очень хорошо формируется. Видимо, надо ждать, пока будут дозревать вот эти нижние плоды, и вверху пока ничего не начнет расти, пока внизу не начнется созревание плодов. Видите, достаточно крупные плоды, их достаточно много завязалось, кучно завязались. Будем смотреть, будем пробовать, что это за сорт. Ни разу не пробовал, не знаю. Вот. Плоды должны быть зеленые с красным центром. Судя по описанию, должны быть они сладкими, вкусными, как зеленоплодные томаты или биколора. Ну, не знаю, вот смотрите, как выросло растение с картофельными листьями. Это я уже пообрезал самые такие большие листовые пластинки, которые заканчиваются. Вот видите, картофельные листья. Он у меня идет в 4 ствола. Вот. Томат прекрасно себя чувствует, не болеет. Ну и, наверное, все пока про него. Больше мне пока про него нечего сказать. Как будут зреть плоды, так я, соответственно, сниму продолжение и расскажу, как же он на вкус. Ну и, соответственно, свои семена буду собирать с этого томата, чтобы выращивать в следующем году из своих семян.